author of my life, friend of sinful man, holy mighty God, ever great I am, lover of my heart. What a friend. Божья благодать, где изобиловал грех, стала изобиловать благодать. Так прекрасно видеть меняющуюся жизнь людей и то, как меняется мир по причине изменения этих жизней. Миллионы людей задаются вопросом, может, это просто причуда? Может, увлечение? Если это причуда, то оно длится уже 2000 лет, как я уже говорил. Красота и превосходство всего происходящего в том, что на пляжах выстраиваются тысячи людей, поющих песни, прославляющих Господа. Затем они входят в воду, чтобы похоронить там свое прошлое, понимая, что все прошлое позади. Все похоронено. У Бога нет абсолютно ничего против них. Долги списаны. Теперь с Иисусом совсем новая жизнь. Более того, так же, как Святой Дух сошел на Иисуса после крещения, их сердца открыты для принятия силы Святого Духа, для новой жизни в Господе, как Он этого хочет. Это неописуемо. И ты сам будто переживаешь заново новорождение? О, да. Чак, а ты знаешь, ведь нет большей чести для тебя. Когда я думаю о многих миллионах людей, которые живут и умирают, которые так и не смогли пережить настоящую жизнь, не испытали этого волнения, они прожили жизнь впустую, потратив ее, потратив свое время, какая утрата? Но здесь буквально тысячи и тысячи подростков называют тебя «Папа Чак». Да, это волнительно. Такая удивительная любовь и чистота. Чем больше я изучал вопрос, тем больше убеждался в том, что Иисус Христос, что Он настоящее откровение Бога человечеству, и что Он Божий Сын, что через Него я могу узнать Бога близко и лично. И поэтому я могу засвидетельствовать о близких и личных взаимоотношениях с Богом. Он сделал это возможным. Keeper of the stars, Lord of time and space, I will live my life lifting up your name. В течение всех этих лет Чак мог заниматься служением, потому что он сохранил свою сосредоточенность и держался курса, данного ему Богом. Он не пытался заниматься тем, чего ему Бог не давал. Он взял часовню на Голгофе и сосредоточился на этом, воспитывая других мужей, и Бог это благословил. И речь идет не о горстке людей, а о целой армии молодых людей, которые объехали всю страну и весь мир, следуя модели, показанной Чаком. Он не пытается управлять или контролировать.
Он направляет собственным примером. И это главное. Он любит Библию и преподает ее. Я не понимаю, зачем служители поступают в семинарии, где изучают все, что угодно, кроме Библии. Они обучаются под началом докторов богословия, которые сами были обучены философии и другим вещам, но ничего не узнают о Библии. Чак Смит придает Библии основное значение. И каждому служителю, который вырастает в его служении, преподается прежде всего библейское учение, записанное Чаком. Такие служители цитируют чаще всего Библию, а не Чака. Они преданные последователи Иисуса Христа и Божьего Слова. Они понимают, что именно Слово Божье проникает в сердца, а Дух Святой действует в них, приводя их к спасительному познанию. Наша задача как христиан не в том, чтобы менять людей, а в том, чтобы знакомить их с Иисусом, а уже Он и Святой Дух изменяют их. Я считаю, что часовня на Голгофе — одно из величайших движений Божьих за всю историю. И Бог задействовал одного мужчину, преданного Ему, и одну женщину, пастора Чака и Кей. С чего все началось? Они стали ходить на пляж Хантингтон-Бич и молились за молодежь. И Бог привел одного из хиппи к ним домой. Бог использовал того хиппи, а Бог помазал Чака и Кей, чтобы охватить не только Ньюпорт-Бич, но и Хантингтон-Бич, и все пляжи в округе, и не только Калифорнию, но и весь мир. Я не могу передать свою благодарность Господу за все годы в часовне. Все это превосходит все мои ожидания о том, что мы могли бы иметь и в чем могли бы участвовать. Именно у Кей раньше всех появилось это желание, а Чак открыл этому свое сердце, насколько я осведомлен, так что все остальное, как говорится, уже история. Это буквально изменило американскую историю. Я думаю, мы сможем вполне осознать все влияние движения Иисуса лишь 4-5 поколений спустя. Оно бесспорно изменило внешность американского евангельского движения. Обычные люди, муж с женой, в течение 17 лет с ними ничего не происходило. Жизнь у них была непростая. И вдруг, в назначенное свыше время, Бог начинает использовать Чака и Кей, и это становится всемирным движением. Это уникальное движение Божьего Духа, подобное предыдущим великим движениям Божьего Духа в истории, начиная с самого дня Пятидесятницы. В истории этого движения повторялись, к примеру, пробуждения 18 века, когда братья Уэсли, Джордж Уитфилд, десятки тысяч людей обращались ко Христу на Британских островах в то время. Потом было первое великое пробуждение в США, затем второе, гораздо позднее, в начале 20 века, произошло большое пробуждение в Уэльсе. Но то, что произошло в 60-70-е годы, было очень похоже на это. Господь просто избрал тогда излить своего духа на проблемную молодежь. В результате многие тысячи пришли к познанию Христа, что получило название «Движение Иисуса». По-моему, в журнале Life. Это было правдой, потому что Иисус тогда двигался. Бог делал нечто особенное в движении Иисуса, которое было, очевидно, больше, чем сама часовня на Голгофе. Но у Бога в этом для пастора Чака и часовни на Голгофе была приготовлена особая роль. Заслуга Чака в том, что всех этих людей, измененных излиянием Божьей любви в движение Иисуса, он по-настоящему привел в церковь. Дело в том, что во времена движения Иисуса звучало много антицерковных высказываний, то есть против истеблишмента. Но Чак смог ввести этих изменившихся людей в церковь и ввел их в служение. И плод всего этого свелся к простым вещам, которые мы смогли принять. Толпы хиппи выползали на пляже Южной Калифорнии, чтобы послушать Божье Слово, проповедуемое пастором Чаком Смитом. Именно так Бог его использовал. Это изумительно. Изучение Библии длилось по 2 часа и более. Теперь же, если вы попадете в большинство церквей, вам скажут:
не больше 20 минут, потому что нельзя удержать внимание людей дольше. И то речь идет о более старшем поколении, которое к этому уже привыкло. Что же говорить о более молодых? А те люди были еще детьми. Все дело в том, что ты можешь быть на связи с Богом через Иисуса Христа и получать силу Святого Духа. Совсем не в деноминационных отличиях, правилах и постановлениях, не в том, что нужно носить или есть. То было движение Святого Духа. В 66 году Святой Дух сошел на Чака Смита, и это стало частью Пятидесятницы, которая продолжается по сей день. Святой Дух может садить на любого человека, ищущего Бога, и который, естественно, к этому призван. Это может произойти и сейчас, это могло бы закончиться на Чаке, но это продолжается и будет продолжаться, пока Иисус не заберет Церковь на небеса. Бог делал в тот момент следующее. Он возложил свою руку на молодое поколение, спасая нас. Некоторых из нас Он призвал к служению, чтобы быть проповедниками и учителями слова. Я не думаю, чтобы кто-либо из нас об этом тогда думал. Это произошло сверхъестественно, при этом развиваясь естественно. Вокруг тебя вдруг начинают собираться люди, задают тебе библейский вопрос, ты открываешь Библию, начинаешь их учить. Количество людей растет, и вдруг, оп, и у тебя церковь. Лично я убежден, что Бог может использовать кучку таких, как я, без высшего образования, богословских степеней, академического обучения в каком-либо виде. В то время я проводил практически все свое время в море. Я был серфером, жил на пляже. То есть, если Бог может взять таких, как я, другие в нашем движении, и сделать нечто подобное через нас, я убежден, что Он может то же самое в любой части мира. Он хочет сделать это в Европе и делает это. Он делает это в России, в Африке, в Южной, Центральной Америке, в Азии. И это круто. Работа продолжается. Keeper of the stars, Lord of time and space. Я не мог поверить, что человек с таким простым именем, как Чак Смит, может быть великим служителем. Но Бог использовал его беспрецедентным образом, потому что он держался Божьего Слова и преподавал его. Иногда думаю, а что если обнять Чака посильнее, не выжмется ли из него слово? Пару лет назад я сидел за одним столом с Чаком Смитом. Я ему говорю, «Пастор Чак, если бы более старший Чак мог поговорить с молодым Чаком и мог бы дать самому себе совет после стольких лет жизни с Богом и служения ему, что бы он ему сказал?» Чак ответил, «Держись курса». Я ему говорю, «Что ты имеешь в виду?» Он говорит, «Я бы сказал тебе себе, держись курса». Я говорю, «Под курсом ты имеешь в виду держаться верно того призвания, которое тебе дал Бог?» Он говорит, «Да, держаться курса». Когда я смотрю на Чак, я вижу человека, который выдержал курс. Он остался верен тому призванию, которое Бог дал ему в самом начале, до наших дней. И я думаю, что его жизнь — замечательный пример верности Господу для всех остальных пасторов. Держаться курса, что Чак делал безупречно. Каждое венчание, каждые похороны, которые проводил Чак у меня на глазах, я стоял с ним на дверях, будучи пастором-стажером, путешествуя с ним по миру более 30 лет. К примеру, мы должны сесть на самолет в аэропорту в Оранж-Каунти в 4 утра, чтобы лететь на конференцию. Потом в мотеле достаем вещи из чемодана, чистим зубы, садимся в машину и едем. Чак на конференции будет петь песни поклонения, отдавать все свои силы, будет проповедовать у них в 8 утра по местному времени, а после этого будет стоять и разговаривать до 10-11 часов с людьми, которые слушают его по радио, верят и доверяют ему, теперь выстроились в очередь к нему, потому что нуждаются в нем. И им нужно его личное прикосновение, им нужно видеть его и слышать его голос. Я всегда стоял рядом с ним много лет, наблюдал за его любовью в действии. Я просто наблюдал за ним, за его терпением к людям, за его любовью, за тем, как он дает нам, хиппи, шанс прийти в церковь такими, как есть, любя нас такими, как есть, что очень много значило для нас, потому что нас отвергали. Помню, как однажды я пришел в одну церковь, уже будучи христианином, кто-то остановил меня в дверях и сказал мне, что я был не так одет и не так выглядел. Я подумал, правда?
А у меня была назначена встреча с пастором той церкви. По этой причине я никогда не ходил ни в какую другую церковь, кроме часовни на Голгофе, потому что меня принимали таким, как есть, только там. Представьте себе, я прихожу к вам в церковь, какой-то парень останавливает меня в дверях, говоря, что я выгляжу не как христианин. А что, если я вообще неверующий или ищущий? Ты меня вообще в церковь не пустишь? И ты отталкивал меня от церкви много лет. Это одна из прочих многочисленных вещей, которые делают пастора Чака одним из великих. Это то, что ты можешь прийти, какой есть, быть собой, и Бог примет тебя. Это то, что я люблю в Чайке. Его не удивишь ничем. У тебя может быть куча татуировок, колец в ушах, причудливая прическа. Чак все равно будет сидеть и терпеливо, с любовью, разговаривать с тобой об Иисусе. Мне говорят, пошли в часовню на Голгофе. Я спрашиваю, а что это такое? Мне говорят, ты никогда не слышал про часовню на Голгофе? Ты просто обязан прийти. И вот я в следующий четверг пошел на служение в часовню на Голгофе. Я не мог поверить своим глазам. Никогда не видел подобной церкви. Это была первая церковь, в которую я вошел, где я действительно почувствовал себя нужным, таким, какой я есть. И я люблю это. И я подумал, вот здесь я мог бы остаться. Конечно же, там были люди, одетые как я, которые выглядели как я, играли музыку в моем стиле. И вот выходит пастор Чак и проводит изучение Библии. Я думаю про себя, а когда начнут происходить странные вещи, типа вскакивания и криков на иных языках? Проходит половина служения, и я понимаю, что ничего такого не будет. Чак будет просто учить по Писанию. Так и случилось. Я ничего подобного не видел. Когда я вышел из церкви в тот вечер, я почувствовал наполнение. Моя душа и мой дух были накормлены. Наверное, в первый раз в жизни я наелся досыта Божьим Словом, и мне это очень понравилось. Моя первая встреча с Чаком Смитом состояла в часовне на Голгофе в Коста-Месе. Мой брат донимал меня уговорами пойти в эту церковь. Мне не хотелось. Я думал, я привык к сидению, вставанию, скукотище. Я приехал на территорию церкви в Коста-Месе и, во-первых, был поражен ее размерами. Я не думал даже, что на земле есть место, где в церковь собирается такое количество людей. Но, кроме того, было удивительно, кто там был. Там были все и кто угодно. Всем находилось место. Заезжая на парковку, я увидел маленькую девушку-блондинку с хвостиком за рулем 914-го Порше с откидной крышей, со свистом, заезжающей на парковку, а на багажнике у нее была наклейка с именем Иисуса. Она вышла из машины с бабулей, а рядом припарковался татуированный байкер с бородой, как у Зизи Топ. Я подумал, что это за место? Когда я зашел внутрь, а зал собраний там внушительный. Выходит Чак, просто открывает Библию и начинает преподавать Божье Слово с такой уверенной, очаровательной улыбкой, совершенно спокойный, влюбленный в Бога. С другой стороны, что привлекло меня, это Божье Слово. Вдохновение, с которым Чак проповедовал Слово. Я хотел узнать Библию. Я хотел узнать о Боге. Я хотел преподавать Библию. Чак стал воспитывать таких людей, как Лонни Фрисби, Грег Лори, Майк Макинтош, Дон Маклюр. Они были совсем молодые тогда, очень молодые, но они стремились заниматься служением. И все мы начали понимать, что мы не только можем быть частью церкви, но и можем служить в такой церкви. Конечно же, ключ к пониманию часовни в том, что задача пастора — взращивание святых на дело служения. Чак научил нас ловить рыбу и сделал это очень хорошо. Он открыл двери церкви. Большинство духовных пробуждений происходит вне церкви, а он привел его внутрь церкви. Никогда не видел такого. И у него была способность, что очень непросто, дать этому волю. Он впустил рок-гитары на сцену, что было неслыханно. Он впустил музыку. Я думаю, его будут помнить в истории не только как хорошего учителя, но и как того, кто вернул поклонение в церковь. Родилось служение Маранафа, появились группы Love Song, The Way, и все это просто взорвалось и разнеслось по всему миру.
Чак никогда не пытался быть модным. Он просто был модным, просто потому, что он был самим собой и воспринимал тебя как есть. Если на тебе костюм — хорошо. Если на тебе сандали со шорты — хорошо. Я помню, как сидел в часовне прямо на полу перед сценой в плавательных шортах и сланцах, и в футболке, потому что только что вылез из океана, где катался на доске, после чего обсох и пошел в церковь, где меня никто не остановил. И Чак тоже решил носить гавайскую рубашку не потому, что все их носили, и он бы вписался в толпу, а потому что ему было все равно. Он носил темные костюмы и галстуки, и до сих пор носит. Но он воспринимал людей не по внешности, не по одежде, не по длине волос. Он просто любил и принимал их. У Чака есть уникальная способность увидеть Божью руку на чем-то и поддержать это. Есть множество людей, которые поддерживают друг друга взаимно, создавая свое окружение. А Чак всегда видел людей, верных Господу, на которых Господь возложил свою руку в какой-то области. Таким образом, Бог это благословлял. Чак видел Божью задумку в чем-то и вкладывался в нее. Когда доходите до раздела «Благодать», вы понимаете, что это Чак Смит. Он вкладывал в это свое сердце. Если Бог благословит меня, то не потому, что я заслуживаю. В этом смысл благодати, что я не заслуживаю ее. Поэтому я буду верить, что Бог благословит мой каждый день, потому что ты особенный. Нет, потому что Бог особенный, потому что его благодать особенная. Я помню, как папа говорил, я верю, что Бог даст мне благословение на каждый день. И Бог дает. Происходили удивительные вещи. И происходят то, что Бог сделал для него и для церкви. И ты признаешь, что это его благодать, и это феноменально. Это благодать. Если спросишь у Чака, что ты думаешь об этом? У меня вот что происходит. Что ты думаешь? Он спросит, а ты молился об этом? Если молился, то что Бог тебе сказал? Если ты еще не молился об этом, то тебе следует это сделать. Таким образом, Чак нас воспитал. Он никогда не позволял нам идти за ним. Он никогда не говорил нам, что делать. Потому что хотел, чтобы мы следовали за Иисусом. Сам Чак Смит, неуправляющий. Самое близкое к нему определение — это апостол. Тот, кто проповедует Божье Слово, давая Богу говорить, и показывает силу Святого Духа и непогрешимость на своем примере. Один из первых вопросов, который вы мне задали, сколько было вокруг людей, похожих на Чака? Немного. Мало наставников, мало людей, которые делали то же, что и Чак, смиряя себя до такой степени, чтобы быть на равных с теми, кого ты наставляешь. Так он поступал. Но как к этому прийти? Это действие Святого Духа, потому что только так можно объяснить то, как Чак стал таким человеком. Божий Дух движется, где Он хочет, и голос Его слышишь, но не понимаешь, как именно это происходит. Это работа Святого Духа, и Бог может поднять, кого хочет, и не завести, кого хочет. Но у меня есть гипотеза. Чем меньшего ты мнения о себе, тем больше ты можешь быть Божьим служителем. И Бог ищет не великих людей, Он ищет посвященных людей. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы найти того, чье сердце полностью предано Ему. Найдя такого человека, Он наполняет его и исполнит его, использует его потрясающим образом. Люди посмотрят на такого человека и скажут, «Если бы не Бог, он бы не смог этого сделать». Это хорошее свидетельство. Он избирает мужчин и женщин, чьи сердца по-настоящему преданы Богу. Чак — один из лучших примеров подражания Иисусу. Он действительно пастырь многих стад, по-настоящему заботящийся и любящий учитель Божьего Слова. Он коснулся жизни бесчисленных сотен тысяч, миллионов людей. При этом его отличает скромность. И приписать заслугу Чаку невозможно, что типа это он сам себя так смирил. Просто Чак ходил в такой близости с Богом, что Бог держит его в смирении, так что Чак прост и открыт. Поэтому слава достается Богу. Но я уважаю Чака за то, что он согласился послушать Бога и повиноваться ему.
У него фотографическая память. Он, наверное, гений. Он мог бы стать отличным нейрохирургом. Он мог бы стать кем угодно. Но Бог взял Чака и сказал, «Нет, ты стал бы великим человеком и превознесся бы, но я хочу, чтобы ты превозносил меня. Я хочу, чтобы ты принадлежал мне». Что мы видим в Чаке Смите? Человек, который услышал Божий призыв и повиновался ему. У него здорово получается повиноваться. Он очень дисциплинирован. Он встает рано утром, молится, проводит много времени с Господом. Я наблюдал бесчисленное количество раз, как он покидает территорию церкви, будь то маленькая церковь или наша большая палатка, или сегодняшняя церковь, уезжал в сторону пустыни. Я его спрашиваю, «Ты куда?» Он говорит, «В сторону пустыни, смотрите в его машину, у него там бутыли с водой», потому что он едет молиться и поститься до тех пор, пока Бог не покажет ему то, чего он ищет у Бога. Я думаю, Бог искал тот сосуд, который не станет приписывать заслугу себе. Он искал того, кто скажет, «Это все Бог, а не я». Я думаю, что кто-нибудь другой на его месте превратился бы в царя Саула, трубящего фанфары, «Смотрите, что я сделал», и начал бы строить памятники себе. Но папа всегда отправлял людей к Иисусу. По-моему, Бог именно этого и искал, человека, который будет постоянно направлять всех назад к Иисусу. До сегодняшнего дня пастор Чак Смит, закончив запись радиопрограммы, садится в свой маленький гольф-кар и объезжает парковку с длинной палкой в руке, подбирая мусор. Он до сих пор это делает. У него есть такая длинная палка с острым концом, при помощи которого он до сих пор поднимает мусор. Он не считает это зазорным. Это и к нам относится, потому что это служение, и он в этом для нас пример, в этом смирении. У него нет проблем в том, чтобы помогать другим. Этому он научил нас и словом, и делом. Это смирение, неподдельное смирение в служении. Это одна из первых вещей, которые мы узнаем через слово и через пример. Пастор — это слуга, служитель, помощник. Вне всякого сомнения, он очень смиренный человек. Я ценю это в нем очень высоко. Это человек, у которого Бог на первом месте, и он образец для подражания. Если приходит молодой пастор, то по какому-то примеру нужно формировать его служение. По примеру Чака Смита не ошибетесь, потому что Чак преподает Божье Слово, а Бог использует свое Слово. Желание Чака состоит в том, чтобы наши пасторы преподавали Писание стих за стихом и полагались на Святого Духа в откровении Божьего Слова людям, чтобы через проповедь Евангелия люди приходили к Богу. Потому что бывает, что какому-то пастору не хочется говорить о негативных вещах, о преисподней, например. Но иначе ведь церковь не построишь. Поэтому Чак приглашает такого пастора, который пытается построить какую-то новую часовню, убавляя Божье Слово, и просит его уйти из служения. И Чак не переживает за то, что численность пасторов может сократиться вдвое, потому что есть сильная группа мужей, которые, по-моему, верят в силу Святого Духа и непогрешимость Божьего Слова, что в нем источник истины. Поэтому я молюсь, чтобы так было и дальше. Потому что есть многие, кого волнует то, как все будет, когда Чака не станет. И я молюсь Богу, чтобы Бог продолжал действовать в сердцах молодых людей, которые горят по Богу. Keeper of the stars, Lord of time and space. Итак, Чак Смит, расскажите о себе с самого начала. Где вы родились? Когда родились? Все. Я из коренных калифорнийцев. Родился в Вентуре, Калифорния. Моя мама родилась в Санта-Барбаре. Моя бабушка родилась в Санта-Барбаре. Так что наши корни уходят глубоко в историю Калифорнии. У меня есть старшая сестра, и было двое младших братьев. Один из них погиб в авиакатастрофе с моим отцом. Сколько ему было, когда это случилось? Брату было 24, отцу было 65. Они летели на самолете моего брата.
Как это отразилось на жизни семьи? Это было очень тяжело для нас. Я всегда говорил, что есть легкий способ и тяжелый способ умереть. Легкий способ умереть сказывается тяжелее на тех, кто остается здесь. А тяжелый способ умереть легче переносится близким. Потому что если смерть приходит неожиданно, близкие к этому не готовы, и это всегда шок. Это всегда дольше переживается. Но когда человек продолжительно болеет, страдает и так далее, смерть становится неким облегчением как самого человека, так и для его близких, потому что они хотят прекращения его страданий. С мамой у меня были более близкие отношения, чем с отцом, но его смерть затронула меня сильнее, чем ее, потому что она страдала перед смертью. Поэтому отпустить ее было легче, чем отца. Я знаю, что ваши родители были христианами. Да, очень сильными. И мама читала вам Писание с самого раннего детства, так? В действительности, она научила меня читать, когда мне было 4 года. У нас была Библия с крупным шрифтом, которую я читал для нее, когда она гладила белье. И так далее. Пока я был еще ребенком, она учила меня Библии, заставляла меня заучивать отрывки наизусть, заучивать названия книг Библии, когда катала меня на качелях и так далее. И таким образом она насаждала Божье Слово в моем сердце с моего самого раннего сознательного возраста. Помните ли вы момент, когда вы сказали: «Иисус, я приглашаю тебя в свое сердце как Господа и Спасителя»? Или я даже не помню времени, когда бы я не верил в Иисуса. Для меня это было так же естественно, как дышать. Но было время в средних и старших классах, когда я ездил в молодежные лагеря. Вот там Иисус и стал Господом моей жизни. Он всегда был в моей жизни, но не как Господь. У меня были свои амбиции и желания. Я планировал стать врачом, но все это были мои планы. Но в один момент я посвятил себя Господу, будучи в одном из летних лагерей, когда один из выступающих там сказал, что у нас есть одна всего жизнь, которая быстро пролетит, и только то, что ты делаешь ради Христа, устоит. Я задумался над этим, сидя под деревом и размышляя над своим будущим, над своей жизнью, и будто сам Господь заговорил со мной и сказал: «Ты можешь, если захочешь, стать врачом, будешь помогать людям в их болезнях и так далее». Но в самом лучшем случае это будет временной помощью, ведь люди все равно умрут в итоге. Но есть другая смертельная болезнь с откликом в вечности. Это грех. Если ты станешь помогать людям в борьбе с этой болезнью, эффект будет вечный. Захочешь ли ты отдать свою жизнь чему-то временному или вечному? И я, посмотрев на все в этом свете, подумал, что более разумно будет посвятить себя чему-то вечному, нежели временному. И именно тогда я решил поступить в библейский колледж и начать служение вместо медицинского колледжа. Бог соединил моих родителей очень особенным образом. То, что они родились свыше, наполнились Святым Духом, то, как они занимались семьей, и воспитывали детей, и как они молились. Все это было для того, чтобы Бог использовал их детей в свою славу. Они не заставляли нас что-то делать, позволив нам сделать свой выбор. Но я знаю, что в прошлом мама помолилась о том, чтобы Бог дал ей сыновей, которые он бы использовал для служения. Это случилось тогда, когда исцелилась моя сестра Вирджиния.
Когда мне было 2 года, я заразилась менингитом спинного мозга. Моя мама только недавно обратилась к Господу, и она просто верила, что ему все под силу. Поэтому вместо того, чтобы отвезти меня к врачу, она принесла меня домой к пастору. Там был молодой проповедник, евангелист, который готовился заходить на собрание, но решил остаться и помолиться за больного ребенка. Они положили меня на кровать. К этому моменту у меня уже закатились глаза и прекратилось дыхание. Проповедник стал молиться за каждую часть моего тела. Он делал это до тех пор, пока Бог полностью не исцелил меня. Я села и попросила поесть. А в это время мои родители и моя бабушка тоже молились за меня. Именно в тот момент моя мама помолилась и сказала Господу: «Если ты исцелишь мою дочь, я посвящу своего будущего ребенка тебе на служение». Когда спустя полгода родился Чак, она взяла его на руки и вновь сказала: «Я посвящаю этого ребенка тебе, делай с ним все, что пожелаешь». Бог есть, вне всякого сомнения. И в его путях, и мироустройстве, до сотворения всего, Он предназначил людей для Своего Царства. Это одна из тех вещей, в которых объяснить Божью работу невозможно. Но так же, как с часовни на Голгофе, это Божья работа, не от человека. Я поступил в библейскую школу, закончил ее. А в какую школу? Я учился в библейском колледже «Жизнь» — «Life». Я вернулся домой в Санта-Ана, а мой младший брат в это время учился в библейском колледже. Он играл в футбольной команде, и я поехал навестить его и посмотреть игру. Когда я сидел на трибуне, там была одна знакомая девушка, с которой мы разговаривали, наблюдая за игрой. А потом подошла Кей со своими подругами. И я подумал: «Ух ты, симпатичная». Поэтому я не захотел, чтобы она подумала, что я был с той девушкой. Кей достала платочек, стала стряхивать пыль со скамейки. А я отодвинулся от той девушки и сказал: «Кей, вот, садись сюда. Я это место протер для тебя». Она села, а потом вспомнила, что забыла книги в колледже. Она тоже училась в библейском колледже. А я предложил подвезти ее туда и забрать книги. С этого все и началось. 6 недель спустя мы поженились. 6 недель? 6 недель. Мои друзья говорили, что это долго не продлится. Но все, конечно же, было наоборот. Я приехал на чьей-то машине, и вот он подъезжает на этой красивой машине и предлагает мне в нее сесть, потому что я искала, с кем поехать. Я подумала: моего отца хватит удар, если он узнает, что я поехала с кем-то незнакомым. А моя подруга говорит: «О, да это милейший парень из всех». Она знала его очень хорошо, я ей поверила. Он убрал все сиденье в машине, чтобы я смогла сесть, и я подумала: «Ладно», села к нему в машину и еще несколько молодых ребят. И мы вместе поехали в студенческий городок. 6 недель спустя мы поженились. После нашей свадьбы с Кей мы поехали в свадебное путешествие на 2 недели на озеро Басс. А когда вернулись домой, сразу же поехали в Прескотт, где было наше первое пасторское служение. Это было в городе Прескотт, штат Аризона. Там была маленькая церковь, где я получал зарплату в $15 в неделю. Мы решили жить верой на эти $15 в неделю и позволить Богу заботиться о наших нуждах. Господь был верен и всегда заботился обо всем. Но я учился очень важной вещи — доверию Господу в своих нуждах.
Этот ценный урок в моей жизни помог мне в дальнейшем служении. Я всегда верил, что если Бог куда-то ведет, Он и позаботится обо мне. И не нужно слишком беспокоиться о деньгах или побуждать людей жертвовать или давить на них. Если Бог в этом, то Он и позаботится. Я благодарен Богу за те уроки веры, потому что у меня никогда не было сомнений в том, что Бог позаботится о нуждах. То же самое касается церкви. Когда мы закончили строительство этой церкви, все было оплачено. Мы доверяли Богу на всем протяжении строительства в расходах и никогда не собирали деньги специально. Никогда ни с кого не брали обязательств. Ничего подобного. Никогда даже не упоминали перед церковью, что нам что-то было нужно. Мы просто доверяли Богу, что Он позаботится об этом. Потому что это Его церковь. Нам не нужно поддерживать Бога, а я не верю в Бога, который нуждался бы в нашей поддержке. Поддержка нужна мне. Бог всегда был верен, и всегда в этом была радость, видеть, как Бог действует в финансовых вопросах. То были важные уроки, усвоенные нами в первых двух церквях. Мы пробыли в Прескоте около 8 месяцев. Кей была беременна, и мы вернулись в Калифорнию перед появлением нашего первого ребенка. 2 недели спустя, после того, как родилась наша дочь, мы переехали в Тусон, штат Аризона, где была наша вторая церковь. Мы пробыли там 3 года. Там было превосходное служение. Я выросла в служении с ним, потому что я родилась год спустя после их свадьбы. Я всегда подшучиваю над мамой, говоря, что я знаю папу почти столько же, сколько и она. Я счастлива быть их дочерью. Я наблюдала за церквями многие годы, от крохотных церквей, которые едва могли себе позволить выплачивать папе с мамой зарплату, до церкви сегодня, которая больше всего, о чем мы могли просить или подумать. Бог благословил нас обильно. Бог решает, какие дети будут в семье, и я думаю, что каждый из нас четверых привнес что-то особенное, уникальное в нашу семью, свой темперамент. Шерил явный экстраверт, она активно выступает и участвует в женском служении. Джефф все эти годы занимается радиослужением, он много лет готовил радиопрограмму папы и развился в этой области. Чак столько лет уже служит пастором, он еще и одаренный писатель. А я всегда была дочерью, которая любит быть рядом с родителями, которая каждое воскресенье обедает с ними, приводит своих детей к ним, потому что я очень хочу, чтобы мои дети знали, кто их дедушка с бабушкой. Мы возвратились из Тусона в Калифорнию, чтобы служить в церкви в городе Корона. Я поступил на работу на рынок Альфа-Бета, чтобы обеспечить семью. Я работал в продуктовом отделе и, приходя рано утром на работу, расставлял продукты на полках, чтобы быть дома уже к 2 часам после обеда. Таким образом, я мог заниматься церковью. На нашем первом воскресном собрании было 57 человек. 2 года спустя из них осталось 26. Единственное прибавление к их числу был наш новорожденный сын. Чему вы научились через это? Это был чудесный урок моего бессилия. Видите ли, когда мы были в Тусоне, мы переживали замечательный прирост церкви. И я был уверен, что я могу поехать куда угодно и взрастить церковь, что я знаю секреты роста церкви. Поэтому Господь дал нам пережить полное поражение на личном уровне. Я делал все, что мог и умел. Применял все свои умения, устраивал соревнования, ходил по домам, приглашал людей прийти в церковь и так далее и тому подобное. То есть все, что нужно делать для созидания церкви. А церковь только уменьшалась. Господь показывал мне, что Он строитель церкви.
Он всегда знал свои планы насчет моей жизни и моего будущего, а я нет. Но было необходимо, чтобы он дал мне пережить то время поражений, чтобы я, когда он начнет осуществлять свои замыслы, не попытался приписать заслуги себе, чтобы я не сказал, что это нечто, сделанное мной. Я понял, что это совершил Господь. И это не позволяет мне гордиться достигнутым, потому что я-то знаю, на что я способен и не способен. Потому что я сам по себе не могу ничего. И, конечно, он сказал об этом, без меня не может делать ничего. Но это стало понятно потом. А в то время, у вас были какие-то сомнения? В то время я решил уйти из служения. Мы вернулись в Санта-Ану к моим родителям. Я устроился на работу на несколько месяцев. Потом меня позвали в Хантингтон-Бич на пасторскую должность. К тому моменту я переезжал из церкви в церковь каждые 2 года. И у меня был набор проповедей примерно на 2 года, которые я составлял по Библии. В каком-то смысле переезд каждые 2 года стал необходимостью. Хантингтон-Бич в то время был маленьким прибрежным городишком с населением в 6800 человек. Серфинг там был потрясающий. Он переехал туда из-за любви к океану. У него был набор из около 50 проповедей. Когда они у него заканчивались, он переезжал в следующую церковь. Но он очень любил океан. Тогда он читал справочник Хейли, и там на странице, по-моему, 96 написано, что хороший пастор изучает вместе с церковью книги Библии целиком. И автор там рекомендовал взять первое послание Иоанна с комментариями Гриффита Томаса. Чак задумался над этим, потому что там было 60 или 70 готовых проповедей. У него возникла замечательная идея. Если я буду проповедовать по этому плану, я смогу еще остаться и заниматься здесь серфингом. И он начал проводить изучение по первому посланию Иоанна вечером по четвергам. При этом он продолжал заниматься серфингом. А потом он прочитал у Хейли, что хороший пастор изучает в церкви всю Библию от Бытия до Откровения. И Чак решил, что он останется тут навсегда. В одной из своих проповедей Чак говорит о том, что Бог действует через практические вещи. К примеру, Чак любил серфинг, но Бог использовал это для его духовного призвания. Итак, я начал проводить изучение по первому посланию Иоанна. Но тогда я в первый раз стал побуждать людей читать какой-либо отрывок Писания, открывая свои Библии. Когда ты привыкаешь к тематическим проповедям, тебе не слишком знакомо чтение Библии. Ты не привык просто открывать Библию и читать ее. А я призывал людей искать определенные вещи. Например, не только причина написания первого послания Иоанна, но и подтверждение нашего христианского образа жизни, потому что Иоанн говорит несколько раз «потому узнаем». И как мы можем знать это наверняка? Вот так, неделя за неделей, я давал им такие задания. Поиск по книге, и это заставляло их прочесть книгу 5-6 раз в поисках ответов среди того, что Иоанн говорит в своей книге. Ко времени окончания первого Иоанна, естественно, я использовал другие комментарии для себя, на это ушло около года, церковь увеличилась вдвое. Это было замечательно. Церковь росла, люди радовались. Я выработал совершенно новый стиль служения. Экспозиционное преподавание Библии вместо тематических проповедей.
Это была первая книга, которую он взял целиком. Люди это полюбили. Церковь начала расти, и Чак подумал, если я взял всего одну книгу и могу взять для изучения всю Библию, тогда у меня будет достаточно проповеди на всю жизнь. Так он и стал делать. Закончив 1 Иоанна, он стал думать, что делать дальше. Он вспомнил, как один из профессоров колледжа сказал, что каждая церковь, изучающая всю Библию, и послание Римлянам, в частности, переживет пробуждение. Когда мы закончили 1 Иоанна, я сделал объявление в церкви, что со следующей недели мы начнем чтение послания к Римлянам. Я нашел всевозможные комментарии к Римлянам и провел ее изучение 2 года. В течение этого времени церковь снова увеличилась вдвое, и нас заметила организация, занимающаяся численностью церквей. И в то время в одной из самых больших церквей возникла проблема с пастором. Они попросили меня взять на себя руководство той церкви. Я направился туда и стал пастором церкви в Лас-Серанос. А в Хантингтон-Бич в свое время разбились на самолете мой отец и брат. Когда заболела моя мама, мы решили переехать обратно поближе к Санта-Ане, чтобы быть рядом с ней. Мы покинули церковь Лас-Серанос, и я стал пастором в маленькой церкви четвероугольного Евангелия в Коста-Месе. В то время умерла моя мама. Я никогда не чувствовал себя уютно в церквях четвероугольного Евангелия. Я не вписывался туда. И дело не в том, что они не правы. Они замечательные церкви, хорошие люди. Просто я не вписывался туда. Еще когда мы были в Лас-Серанос, была группа людей из Короны Дель Мар, которые стали к нам приезжать. Мы очень сблизились с ними. Когда мы уехали оттуда, они попросили меня проводить домашнее изучение Библии у одной из семей в Короне. Поэтому, когда мы переехали в Коста-Месу, я стал раз в неделю ездить в Корону и проводил домашнее изучение Библии. Во время этих изучений это изучение стало собираться все больше людей. Среди них были люди, которые создали свою компанию, завели банковский счет и стали класть на него свою десятину. Они предложили мне начать радиопрограмму. Они связались с радиостанцией и стали редактировать мои аудиозаписи. И так началась моя радиопрограмма на местной станции в Короне. На радио мы делали объявление о том, что по такому-то адресу у нас проходит изучение Библии. Через неделю, приехав на домашнее служение, я увидел, что места для парковки машин в районе почти не осталось. Выглядело так, как будто идет районная вечеринка. Когда я подошел к дому, люди стояли даже снаружи. Это было удивительно, как эта группа выросла. Это удивительно, да. Со смертью моей мамы я почувствовал свободу выйти из церкви четвероугольного Евангелия, потому что моя семья вся была в этой церкви. Мы вышли из этой церкви и открыли христианский центр в Короне, сняв зал американского легиона. Потом мы его переросли и переехали в помещение женского клуба, начали перерастать и его. Это было радостное время независимости. И Господь по-настоящему благословлял это. Но нам все еще требовался доход, поэтому я начал строительство мотеля для моего друга в Айдауальде. А он ходил в маленькую церковь в Коста-Месе, которая называлась Часовня на Голгофе. В ней помещалось 89 человек, их пастор уволился. Он позвонил мне и предложил мне заменить его.
Интересно то, что некоторые люди, ходившие в нашу церковь в Хантингтон-Бич, были из Коста-Меса и ходили в эту часовню на Голгофе. Они очень хотели, чтобы мы вернулись к ним, так что я вел еще и домашнюю группу в Коста-Месе. Та группа была для меня большой поддержкой. И они просили меня переехать к ним. Когда я сказал об этом Кей, что люди просят меня переехать в Коста-Месу и возглавить часовню на Голгофе, она спросила меня, что я им ответил. Я сказал, что обещал им об этом молиться. Она сказала, об этом даже молиться не стоит. Это совсем крохотная церковь. Посмотри, как Господь нас благословляет здесь. Мы численно растем, не надо ни о чем другом молиться. Не может тебя Господь призывать к чему-то меньшему. Он призвал бы тебя к чему-то большему. Это звучит логично. Кей мне говорит, скажи, что ты не переедешь. А я ей говорю, я не обещал им приехать, я пообещал им молиться об этом. Она говорит, даже не молись об этом. Тут и так все ясно. Кей позвонила мне, я как сейчас это помню, и говорит, молись. Чак собирается совершить самую большую ошибку в своей жизни. Он хочет переехать в Коста-Месу. Мне кажется, он сошел с ума. Я был здесь, проводил домашнюю группу. Когда я вернулся вечером около полуночи домой, Кей встретила меня на крыльце, чего она никогда не делала. По ней было видно, что она плакала. Я спросил ее, не заболели ли дети, не случилось ли чего. Она говорит, нет. Я спросил, а что не так? Она говорит, Господь говорил мне кое-что. Я спросил, а что? Что Господь говорит тебе? Она говорит, Господь мне сказал, чтобы я подчинилась тебе в этом решении. И если ты хочешь переехать, мне не надо сопротивляться, но подчиниться, потому что Господь призвал к служению тебе. А я ей говорю, милая, это здорово, потому что сегодня на домашней группе люди хотели узнать к завтрашнему дню, соглашусь ли я. Она мне говорит, я не хочу сейчас об этом говорить, не говори мне ничего, я не готова к переезду, я не говорила, что я готова. Я лишь сказала, что я готова подчиниться. А когда Кей наконец согласилась? Первое воскресенье, когда мы там были, она просто почувствовала отношение людей, их желание увидеть работу Господа. Мы начали с 25 человек, и к концу года у нас было уже около 50, а к концу второго года у нас было уже 100 человек. Нам в маленькой церкви было уже тесно, и тогда мы начали искать новое здание для церкви. Мы пошли в лютеранскую церковь на набережной и использовали некоторое время то здание по воскресеньям после обеда, потому что они собирались строить новое здание, и мы подумали, что это будет замечательное место для церкви. Там мы собирались 2 года. В итоге мы продолжали расти и выросли из того здания, когда мы купили здание старой школы в Санта-Ане на перекрестке улиц Гринвилл и Санфлауэр-авеню, и построили там здание. Там мы тоже пробыли 2 года, из того здания мы тоже выросли. Тогда мы приобрели эту землю и стали собираться уже в большой цирковой палатке. Это было в 72-73 годах. В 73 году мы завершили строительство этого здания и переехали в него. А когда пришли те самые знаменитые хиппи? Это было в лютеранской церкви в Ньюпорт-Бич. Я помню, как я проповедовал, и вдруг стало очень тихо. Вдруг стало тихо, и я взглянул. Зашли молодые хиппи и стали садиться на пол. На лицах людей в церкви был виден шок. Тогда начали приходить хиппи. В то время мы занимались строительством церкви на пересечении Санфлауэр-авеню и Гринвилл.
Эти хиппи приходили и сильно помогали в строительстве. Что касается моего отношения к движению хиппи, к мальчлежкам и так далее, к психоделически раскрашенным минивэнам, я просто считал, что им надо отмыться, найти себе работу и как-нибудь применить свою жизнь. Многих из них можно было видеть в наркотическом опьянении, на что я очень негативно реагировал, в то время как Кей была просто заворожена ими. У нас самих дети учились либо в старших классах, либо в колледже в то время. Кей переживала за своих детей, потому что то молодежное движение было очень мощным. Она часто говорила: «Милый, давай поедем в Хантингтон-Бич». Мы парковались там на главной улице. Кей наблюдала за молодежью, бродившей по улицам, за хиппи под наркотиками и так далее. А я ворчал про себя, что этим грязным хиппи неплохо было бы сделать в своей жизни что-нибудь путное и все такое. Моя мама заставляла папу приезжать на Лагуну-Бич, а я сидел на заднем сиденье. Мои родители приезжали туда, потому что мама хотела пообщаться с хиппи. Она выходила из машины и спрашивала их, почему они так себя ведут, почему так одеваются, что происходит. Ей все было интересно в их жизни. А папа сидел и просто слушал. А потом, когда мама услышала о каком-то происшествии в гостинице в Лагуне-Бич, ее сердце было просто разбито. Она решила туда поехать, взяв меня и сестру. Родители оставили нас в машине и сказали: «Закройте двери, потому что мы не знаем, насколько здесь безопасно. Если мы не вернемся через час, позовите полицию». Я в этот момент думаю: «О, Боже». Они зашли в гостиницу Лагуны-Бич, потому что мама хотела кому-то рассказать об Иисусе. Она в этом как бы вела папу за собой, потому что чувствовала, что Господь так ее направляет. И я верю, что Господь положил моей маме на сердце желание молиться за хиппи. И он начал отвечать на ее молитву, приводя хиппи в церковь. А мой папа сказал однажды, это одна из моих любимейших цитат, он сказал: «Я не хотел направлять Святого Духа. Я просто хотел узнать, что ему хочется сделать, а потом просто присоединиться к нему». Она говорила: «Этим детям просто нужен Иисус, и нам нужно им рассказать про Него». Поэтому, когда они стали приходить, мы поняли, что они искали любовь и покой. Есть лучший ответ, чем то, что говорит Христос. Он говорит о любви и покое. И это их притянуло, как если бы гусей тянуло к воде. Движение хиппи научило меня таким вещам, как община, общность, любовь, ценность, покоя. Все это было не настоящим притворным, но во многом очень похожим на реальное. Такая подделка. Но там не было святости, не было настоящей любви друг к другу. Мы говорили друг другу: «Я люблю тебя, брат». Но если кто-то пил вино, а потом вставал и уходил, оставив его на столе, я его брал и допивал без зазрения совести. И так во многом. Кто-то оставляет наркотики лежать, где попало, а я их обязательно возьму себе. Не было никакой честности или настоящей любви. Это было просто притворство. Все это происходило тогда, когда часовня на Голгофе стала притягивать этих подростков в хиппи. Мне самому это было интересно. Я думал о том, что среди этих людей можно быть самим собой, потому что было трудно доверять тем, кому за 30, потому что все вокруг было пластмассовое, ненастоящее. Поэтому, оказавшись среди тех, кто ведет себя естественно, у кого было похоже или более сложное прошлое, я чувствовал себя как дома. Все мы искали любви и покоя, в этом все движение хиппи. Но мы не знали князя мира, покоя, мы не знали Творца любви, мы не знали Создателя, великого «Я есть», первого и последнего, того, кто был всемогущим. Но Чак Смит его знал.
И он собирался нас научить. И он учил нас. Майк Макинтош, Рауль Рис, Грег Лори. Все мы были там. Нас мучил голод. Голод по истине. Чак дал нам ее. А мы взяли эти библейские истины и переложили их на музыку. А потом пошли по городам и весям, приводя овец за собой. Наша дочь дружила с одним парнем в колледже. Его звали Джон. Он рассказывал, каждый вечер, когда заезжал за ней, о том, как накануне он ходил в Лагуну Бич, как по тротуарам ходили хиппи под кайфом, как он подходил и свидетельствовал об Иисусе, и как они принимали Иисуса. Он рассказывал все эти удивительные истории, и Кей сказал: «Приведи, Джон, как-нибудь одного из них с собой. Я бы хотел поговорить с ним с одним из них, узнать, что они любят». И вот однажды, открыв входную дверь, я увидел его, еще одного потлатого бородатого парня, который внешне был похож на Иисуса с картинки. Он сказал: «Чак, познакомься с Лонни». И вот Лонни прожил с нами пару месяцев, а потом начал приводить других ребят, которые приняли Христа через него, и крестил их у нас в бассейне на заднем дворе. Именно в то время мы увидели большой приток людей. Организовали наш первый приют, куда стали устраивать молодежь. Это был христианский приют, которых у нас потом было около 100 штук. Центром внимания молодежи был Лонни, а Чак был всегда как бы в тени. Мы знали, что он пастор церкви. Он никогда не афишировал себя. Он сам по себе тихий человек. Он просто давал действовать Святому Духу. И если Дух действовал через Лонни, и Лонни служил людям, не воспринимали проповеди Лонни, то Чак просто за этим наблюдал. Тут появился Лонни, которому дали возможность благовествовать. Бог приводил людей сотнями. Зал был переполнен. Выходил Чак, лысеющий мужчина, водолазки, а я думал: ну что этот человек может мне сказать? И вот он садится на свой табурет, открывает свою Библию и начинает говорить Божье Слово, которое меня просто поражает. Говоря о духовном хлебе, я каждый раз чувствовал себя маленькой птичкой, мама которой кладет ей в рот всякую еду. Я чувствовал себя духовно откормленным. Все дело было в Иисусе, Его Слове, знание о Нем. Так я познакомился с этой книгой, ведь это Божье Слово, а все остальное — ложь. Это истина, и она мне нужна. Когда приходишь сюда, в часовню на Голгофе, проповедь понятна. Уходишь потом с четкой мыслью. Да. И нет путаницы. Я всегда говорю: просто проповедуйте Слово Божие. Просто. Чак — одаренный учитель. Он одарен способностью передавать глубочайшие небесные истины человеческими, понятными словами. Мой папа — изумительный рассказчик. В его устах истории оживают, будь то история из его детства или из Писания. Всегда такое ощущение, что поклонение начинается, когда Чак начинает учить. Оно начинается не тогда, когда звучат песни, и не заканчивается, когда песня смолкает. Оно по-настоящему только начинается, потому что Чак взял историю и оживил ее. Она теперь в красках. Она движется и дышит. И я вижу, чувствую ее, могу по ее потрогать, потому что он рассказывает ее живым языком, как будто он сам ее написал, потому что он был на берегах Галилеи, все слышал сам и только что оттуда вернулся, а теперь рассказывает это нам. Однажды сижу я в маленькой церкви на пересечении Санфлауэр и Гринвилл, и тут заходит группа парней-хиппи, говорят: «Мы музыканты, мы все приняли Господа здесь, и Господь дал нам христианскую музыку.
Мы хотели бы ею поделиться, если можно. Я поначалу отнесся к этому скептически, говорю, ну, а можете немного показать мне, что за музыка? Покажите мне. Они говорят, да. Уходят с гитарами, всем остальным, включая бас-гитару и ударные, начинают петь эту песню. Устанавливают все и начинают петь. И эта песня, оказывается, настолько классной и живой, что я был растроган до слез. Я им сказал, сегодня понедельник, а у нас по понедельникам вечером проходит изучение Библии для молодежи. Можете сегодня прийти поиграть? Они говорят, один из наших основных гитаристов по выходным отбывает срок в тюрьме, но в полдень, в понедельник он выходит, так что, скорее всего, мы успеем. Эта отсидка по выходным у него была за марихуану. Они пришли и сыграли в тот вечер. И скажу я вам, это было что-то заводное. У них была одна песня, маленькая провинциальная церковь на краю города. Люди приезжают отсюда издалека, чтобы побыть на воскресном служении. Группа называлась «Love Song» — «Песнь любви». Дальше слова были такие — длинные, короткие волосы, пальто, галстуки. Люди наконец-то стали приходить. Смотрят не на волосы, но прямо в глаза. Люди наконец-то пришли. Это была история о происходящем во время того огромного движения среди молодежи. Если ты это чувствуешь, то твое чувство идет из сердца. Все эмоции и истинные чувства жизни в музыке любви. Если ты слушаешь со спокойным сердцем, ты узнаешь Бога. Так слушай же песню любви. Пусть она несет тебя к самому началу. Песня любви для меня не развлечение, не как остальная музыка, которую я играл и играю. Это погружение в Божью любовь и в Его Духа, чтобы это проникло в музыку и коснулось людей. Мы искали истину, а не религиозную ерунду. Мы познакомились с тобой через Тима, по-моему, мы пошли вместе в церковь и удивились, увидев там проповедника, и подумали, это что, пастор? Потому что он показался нам очень крутым человеком. Я помню, что как после служения, после всех песен, ты призвал людей к покаянию, мы все подняли руки, а почему нет? Ведь это то, чего мы хотели. А с тобой мы еще не были знакомы. Я подумал, что за правильный дядька? А мне казалось, что тут не хиппи, ведь это церковь для хиппи. Ну что, откуда такой правильный? Ты говорил о чем-то, я даже не помню точно о чем. Но то, что я запомнил, было следующее. Как сказал Томми, у тебя была открытая лучезарная улыбка, это была любовь, это то, чего мы искали. Мир и любовь, а не осуждение. Есть место для агрессивной проповеди, и я это понимаю. Это называется «тыкать пальцем», но ничего этого не было. Это было важнейшим фактором, из-за которого огромное количество хиппи толпами приходили и спасались с членами на Голгофе. Потому что атмосфера была именно такой, как надо для ищущих хиппи тогда. Сильная, прямая проповедь Евангелия, пронизанная любовью Иисуса. Бог присутствовал там, Его Дух был там. Этого не описать словами, но я видел тех, кто знает и любит Его. Это было совершенно очевидно. Это движет мной по сей день. Так не хватает сегодня в церкви в целом, чтобы поклонение было настоящим, чтобы любовь была настоящая. Вы с Кей и еще 4-5 семейных пар были всегда с людьми, любили их. Я бы хотел, чтобы ты сказал об этом, потому что мне всегда казалось, что вы с Кей думали так. Наша задача — кормить овец, а Бог будет изменять их жизнь. Если не останутся достаточно долго, они это поймут, Бог коснется их. Так ли это? Ты абсолютно прав в том. Мы верим, что изменения происходят изнутри, через работу Святого Духа в жизни человека. И в таком случае изменения будут настоящие. Но если мы будем форсировать изменения, они не будут подлинными, а будут просто приспособлением.
Но если они приходят изнутри, это важно, потому что это не пройдет. Мы никогда никому не пытались ничего навязать, типа «вот так должен выглядеть или поступать христианин». Это должно быть от Божьего Духа. И изменения на деле происходят только так. Нас не принимали традиционные деноминационные церкви. Я помню рассказанную Чаком историю о том, как совет церкви был недоволен нами, потому что хиппи приходили босиком, в джинсах. Ходили так по новому ковровому покрытию в новой церкви. Это было самое начало, когда Бог начал приводить всю эту молодежь. И совет церкви был недоволен. Мы не можем позволить им приходить босиком, они пачкают нам ковер. Чак на это просто сказал, знаете что, пусть приходят, мы просто снимем и уберем ковер, если в этом проблема для вас. Но этой молодежи нужно быть здесь, им нужно приходить. Вот это любовь. Я говорил Кей много раз, спасибо Кей за любовь к нам, хиппи, это изменило нашу жизнь. Когда такие женщины, как Кей или моя жена, проявляют одновременно и смирение, и духовность, это побуждает других к действию. Они говорили, давайте пойдем посмотрим, что там происходит. Бремя, которое было на сердце у Кей, побуждало ее просить Чака ездить к морю. И вот в чем самое невероятное. Чак наконец сдался и открыл двери, и тут-то все и началось. Я не понимал, что являюсь очевидцем рождения чего-то, я даже не понимал, что это пробуждение. Я думал, что так выглядит обычное христианство, это классно. Но сейчас, смотря назад, я убежден, что я пришел к вере во время самого настоящего пробуждения в Америке, которое вышло за ее пределы. Мы тогда принимали это за должное. Музыкальная группа, игравшая в часовне каждую неделю и так далее. Но вот что интересно, по воскресеньям мы все еще поем гимны. Мы знаем много гимнов. Я вырос на воскресных гимнах, после исполнения которых мы слушали христианскую рок-музыку вечером по средам. Было много разных проявлений, но Чак делал то, что мы считали чем-то довольно не то что формальным, но традиционным церковным воскресным богослужением. Учение было понятным на уровне понимания уличной молодежи, и прямо на наших глазах происходило рождение современной христианской музыки. То есть, до этого современной христианской музыки не существовало вообще. В большинстве церквей был орган, пианино, хор, иногда кто-нибудь походил с акустической гитарой или играл фолк-музыку, но перед нами здесь были рок-группы, игравшие свою музыку. Звучание чем-то напоминало немного Битлз, немного Баффало, Спрингфилд. Это была музыка хиппи во славу Божью. Я помню группу Love Song, The Way, которые просто выходили на сцену и говорили, «Господь дал нам песню». Потом клали перед собой листочки и начинали петь. Это было так волнующе. Одной рукой тянешься к Иисусу, а другой к своему другу. Классно. Все дело было в этом. Это было сильно, и это распространилось по всем церквям и по всему современному миру. Музыка оказала огромнейшее влияние на церковь в целом. Музыка — это наживка. Это знание о том, где забросить крючок. А крючок — это Иисус. Мы забрасывали крючок и приводили людей, а потом отводили их домой, к папе с мамой. И никто не хотел расходиться, потому что эти люди по-настоящему тебя любят. Вот где настоящий папа с мамой, которые любят нас, хотят нас накормить, не осуждают нас, хотят научить нас правильно жить, как поклоняться Богу, хотят нас сделать сильными в вере, с благодатью и милостью. Поэтому, конечно же, мы приводили людей. Кто же захотел бы остаться, если папа с мамой не были такие хорошие, если то, что тебе дают, не очень вкусно? А Чак передавал эстафетную палочку другим. Грег Лори, Чак-младший, начали новые группы по изучению Библии. Кто-нибудь, помогите, Майк, в чем ты нуждаешься?
Чак и Кей давали людям возможность выплыть или утонуть. Но так бы обо всем этом сказал Ромейн, а не Чак. Его нужно было знать. Ромейн был широкоплечий, невысокий, отставной американский морпех. Он работал с Чаком 40 лет, не брал пленных, не воспринимал всякую чушь. Он говорил: «Служи и терпи». Он звучал как известный комик Уильям Клод Филдс. «Заткнись и шагай вперед, терпи». Когда он консультировал людей, он говорил: «Читаешь Библию?» «Нет». «Молишься?» «Нет». «Тогда зачем ты тратишь мое время? Проваливай отсюда». Звучит несколько грубо, но он говорил прямо, без всякой шелухи. Был удивительный человек. Ромейн был помощником пастора Чака, когда я только пришел в церковь, и, вероятно, он был самым первым помощником пастора при церкви. Он был основным сержантом морской пехоты, и это о многом говорит. Он был дисциплинированным, сильным, настоящим мужиком, который никогда не болтал лишнего, никогда никем не манипулировал. Был прямолинейным, он был тем, кто дисциплинировал нас. Если Чак проявлял благодать и сострадание и преподавал нам Божье Слово, то Ромейн наставлял нас, чтобы мы были солдатами Христа. I've heard the wisdom from the wisely wise, heard the stories of men who have died in their glory, of their spiritual lives, heard the teachings of men who have lied. Даже путешествуя много лет, мы брали с собой весь набор кассет с записями Чака, и все свое время между концертами мы посвящали их прослушиванию. Таким вот образом, мы прошли всю Библию с Чаком бесчисленное количество раз, включая его серию углубленного изучения. Мы знали наизусть, как он думает, все его истории. Мы переняли его изначальное видение, которое состояло в том, чтобы дать Богу действовать во всем. Мы верили, что Бог ничем не ограничен, поэтому делали шаги веры, даже если это казалось невозможным. Всему этому научилась вся наша музыкальная группа. Я не ходил, никто не ходил в часовню Голгофы только из-за изумительной музыки. Хотя музыка была классная. Но не поэтому люди приходили. Группа Love Song была смесью стилей Beach Boys, немного Beatles и еще чего-то. Не знаю. Но не в этом было дело. Все дело было в Иисусе. Поэтому люди и приходили. Многие песни мы вообще пели акапелла и сидели вместе, пораженные присутствием Бога. Love Song был прекрасным примером, и многие музыканты хотели делать что-то подобное. Чтобы помочь им в их христианской музыке, мы основали Maranatha Music, стали записывать их, чтобы помочь им в то время, как они разъезжают по стране, играя свою музыку в различных местах, куда их приглашали. Проходили концерты группы Maranatha по многим городам страны. Стали возникать церкви, потому что на концерты приходило много молодежи. Традиционным местным церквям не нравилась новая музыка и молодежь, и их желание слушать такую музыку, поэтому мы стали открывать часовни на Голгофе. Так и стали возникать наши церкви из молодежи, которая приходила ко Христу через концерты, но не могли обрести себе дом в местной церкви.
из-за этого выросло число часовен на Голгофе по всей стране. Конечно, молодежь перенимала модель преподавания слова, которую они видели здесь, потому что многие из них не имели представления о том, какой должна быть церковь. Все, что они знали, то, что церковь — это место, где ты узнаешь слово, учишься его изучать. Молодые люди преподавали Божье слово, использовали музыку. Это начало распространяться. Возникало много новых церквей по всей стране. Это происходит до сих пор. Сейчас церквей больше 1500 в США. 1500 часовен в Голгофе в США. Удивительно. Я не знаю, сколько сотен церквей сейчас по всему миру. А в каких странах мира есть часовни? А в каких странах их нет? Серьезно? Их много на каждом континенте. В Африке более 40. Они есть в Англии, в России, в Украине, в Азии. Много в Азии, в Китае, особенно в Индии. Более 30 церквей в Германии. Что замечательно в работе часовен на Голгофе в Германии, так это то, что там не только приличное число церквей, но и многие из них здоровые, цветущие собрания. Часовня на Голгофе в Зигене — первая часовня в Европе. Ник Лонг поехал туда в конце 80-х, в 87-м или 88-м году. Поначалу он возглавлял группу миссионеров, играя на благовестиях в рок-группе. Но потом Бог направил его туда в конце 80-х, чтобы основать церковь в Зигене. По идее, ничего не должно было получиться, чтобы американец был пастором в Германии в течение 20 лет и до сих пор проповедовал по-английски. Это в Германии то, где традиционно почитается образование и профессиональное обучение, пожалуй, больше, чем где-либо в мире. Чтобы туда приехал человек, бросивший школу в старших классах, чтобы вести там церковь, это не должно было получиться. Но получается, потому что на этом Божий Дух. А Ник Лонг — уникальный человек, которого Бог подвиг, чтобы совершать такое замечательное дело там. Для нас переезд в Германию был колоссальным делом. У нас там никого не было. Многие наши знакомые не хотели, чтобы мы ехали туда насаждать церковь. Но Бог дал нам обоим видение, в котором показал нам огромное пробуждение. Бог невероятным образом позаботился о нас. У нас есть свое здание, которое мы смогли построить без кредитов. У нас есть книжный магазин, кафе, библейская школа, реп-центр в получасе езды от города, где раньше была старая фабрика. В церкви у нас 5 разных групп прославления, которые пишут свои песни, ездят с концертами по Германии, по другим церквям. То, что Господь делает, чудесно. Бог делает работу в Мексике. Благодаря Чаку, который вложил свою жизнь, воспитывая таких, как я, благодаря проповеди Евангелия Майком Макинтошем, мы видим многие тысячи людей, приходящих ко Христу. В течение 30 лет моего миссионерского служения в Мексике. Я пользовался тем, чему научился, преподавая стих за стихом, подряд, от Бытия до Откровения, всю Библию, и понял, что это подходит не только для христиан в Америке, но и повсюду в мире, когда мы просто преподаем Божье Слово в простоте. Люди возрастают в вере, влюбляются в Иисуса, их число растет. Сегодня в Мексике уже около 52 часовен на Голгофе. Мы также строим колледж не только для студентов из Мексики, но и из всей Латинской Америки, которые не могут ездить в США из-за проблем на границе. Теперь они могут приехать в красивый университетский городок, расположенный на 50 акрах земли. К нам могут приехать и жить 800 студентов. У нас есть конференц-центр, где мексиканские верующие могут расти в вере и передавать это следующему поколению. Что использовал Бог, чтобы побудить нас к росту и радости в служении? Это учение Его Слова, понимание Бога.
Почему бы нам не отправить это за границу? Почему бы нам не начать транслировать проповедь Чака по радио, чтобы достичь людей по всей стране? Было изучено 100 крупнейших рынков радиовещания, и было принято решение о трансляции на них программы «Насущное слово» по всей стране. Повсюду, где были наши радиопрограммы, возникало желание и спрос на часовню на Голгофе. При таком большом количестве новых церквей нам требовались квалифицированные люди для преподавания в этих церквях. Это послужило возникновению библейских школ. В настоящее время у нас более 5000 студентов в более чем 30 библейских школах в мире. Конечно же, нашим основным колледжем является городок в Мюрриетте. Все остальные колледжи пользуются нашей программой, выдавая дипломы колледжа Мюрриетта. Меня зовут Робин Сана. Я являюсь директором и управляющим библейского колледжа в замке на озере Милштадт в области Каринфия в Австрии. Мы находимся у границы с Италией, на берегу озера в окружении Альп. Служение здесь началось с приглашения сюда людей из Восточной Европы для высококачественного обучения, с последующим их возвращением и служением дома. Но потом стало ли приглашать студентов из Америки, чтобы они смогли пережить здесь миссионерское видение библейского колледжа. У студентов, приехавших сюда, была возможность изучать Библию по учебному плану из Мюрриетты, а также ощутить миссионерскую жизнь и прикоснуться к культуре семи стран, окружающих Австрию. После переезда библейского колледжа замок продолжает предоставлять возможности для здравого наставничества. Мы соприкасаемся с местной культурой через взаимодействие с деревней, а также у нас поблизости находится часовня в Шпитале. Мы также поддерживаем связи с соседними странами, приглашая тамошние церкви для проведения совместных выездов, конференций, чтобы это место продолжало использоваться во славу Христа. Господь предоставил этот замок часовне в критический период, во время перемен. Он понимал, что через короткое время откроются двери в восточные страны, которые были закрыты долгие годы. Поэтому в самое нужное время он сделал это место доступным для воспитания молодых людей, которые впоследствии поедут в эти восточные страны и будут проповедовать в них истину Писаний. Если вы посмотрите на Европу и Россию, на бывший восточный блок, вы увидите там часовни, которыми руководят миссионеры, или которые были насаждены миссионерами, после чего эти бывшие студенты поехали дальше, когда-то побывав в этом замке. В 2000 году часовня Голгофа приобрела это здание, в котором мы сейчас находимся. Библейский колледж часовни находился в Австрии с 90-го года. Среди служителей в Коста-Мейсе возникло ощущение, что Господь хотел, чтобы мы переехали в Венгрию. Мы стали искать подходящее место, и в результате нашли этот заброшенный замок. На самом деле, к нам обратилось руководство поселка с просьбой выкупить этот замок. Они искали хороших людей, которые бы отремонтировали это здание и сделали его предметом гордости поселка. Мы получили признание Европейского Союза и государства Венгрии в качестве законного и полностью аккредитованного колледжа. Сейчас в Будапеште уже 3 часовни на Голгофе. Головная церковь, часовня на Голгофе Будапешта, это старый театр, который назывался Херадо, по-венгерски глашатай, за углом которого находился ленточный телеграф, к которому во время Второй мировой подходили люди, чтобы прочитать последние новости, где немецкие войска, где русские войска. Теперь этот театр вполне оправдывает свое название, которое провозглашает не последние новости, а вечное спасение. Это своеобразный центр Божьей работы в этой части мира. Я
Я не был частью движения хиппи, меня там не было, но те, кто там был, говорят мне, что видят здесь нечто подобное, поскольку движение хиппи было чем-то нетрадиционным. Его суть была в свободе, в том, чтобы быть собой, что является сутью того, что происходит в Европе и в Венгрии в частности. Очень много молодежи приходит ко Христу, которая не хочет быть частью традиции, чего-то напускного, а стремится быть собой, хочет знать Иисуса и хочет чего-то настоящего. Чак не стал задерживаться в Южной Калифорнии. Он прошел по всем штатам и во всем мире. Он поддерживает благовестие, он поддерживает мои собрания, собрания Грега, большое число часовенских мужей, которые обладают даром благовестия. Он не только поддерживает их, но и лично участвует в этом деле. Harvest Crusade возник в результате видения Чака Смита. Чак пригласил меня приезжать на вечерние встречи по понедельникам, которые проходили здесь, в этом зале в Коста-Месе. Я проводил здесь изучение Библии и служения, на которое собиралось большое количество народа, много молодежи, много подростков приходили ко Христу каждую неделю. Я сказал Грегу, «Знаешь, мне интересно, если бы у нас было место, сколько бы людей пришло на вечернее изучение в понедельник?» Я спросил его, «Как ты смотришь на то, чтобы здесь, в Коста-Месе, арендовать амфитеатр Pacific на неделю?» Ты будешь проповедовать неделю, а группа Love Song будет исполнять песни вместе с другими группами. И так в течение недели. А я сказал Чаку, ух ты, это довольно большое помещение. До сих пор помню, что ответил мне Чак, ну, Грег, мы слушаем довольно большому Богу. Это так. Это было, по-моему, в феврале. Грег сказал, «О, да, это будет классно, но у нас не осталось времени для подготовки до лета». Я ему говорю, «А почему нет? Мы вполне сможем сделать это этим летом. Давай просто попробуем». Он хотел, чтобы на этих собраниях я проповедовал. Он даже название придумал — «Harvest», «Жатва». Но изначально это называлось «Summer Harvest», то есть «Летняя жатва», а потом «Summer Harvest Crusade». А потом, поскольку это мероприятие не всегда происходило летом, мы эту часть названия убрали. Поэтому осталось название «Harvest Crusade». С момента первоначальной идеи, когда это прошло впервые в том в театре в 90-м году, Евангелие было рассказано лично более чем 4 миллионам человек. Около 400 тысяч человек откликнулось на призыв к покаянию на этих собраниях. Для меня это также было продолжением движения за Иисуса, потому что я делал и в 90-м, и до сих пор следующее. Мы находим музыкантов, играющих современную музыку. Я говорю людям понятные для них вещи, обращаясь к молодым и говоря им понятные библейское Евангелие. Если бы вы сравнили между собой Harvest Crusade в 90-м и сейчас, с точки зрения музыкальной и структурной, они разные, но по сути они те же самые. Музыкальная часть — свидетельство людей, затем открытая проповедь Евангелия, призывающая людей прийти ко Христу. Я до сих пор опираюсь на уроки времен движения хиппи. Я веду программу с пастором Чаком, которую слушают во всем мире, «Пасторский взгляд». Ее слушают не только в США, люди могут слушать ее через интернет, мы знаем, что ее слушают люди во всем мире. Мы с Чаком принимаем вопросы от слушателей на любые темы, начиная с того, во что мы верим, почему мы верим, как жить по-христиански. Люди хотят знать две вещи — свое происхождение и предназначение. Очень много вопросов о начале всего, откуда мы, эволюция, сотворение, чего ждать в будущем. Люди ждут ответов на свои вопросы, хороших ответов, основанных на Библии, что мы и стараемся им дать. В этом и состоит суть пасторского взгляда. Когда мы проводим вечернюю программу «Его канал» по четвергам, мы разговариваем перед камерой в течение часа, и мы знаем, что нас смотрят зрители в 165 странах в живом эфире. Мы с пастором Чаком рассуждаем о событиях недели с библейской точки зрения. Если вы хотите посмотреть программу, которую вы пропустили, для этого есть раздел «Запись
по требованию. Там вы можете увидеть предыдущие выпуски и записи, в записи. Вы можете посмотреть Грега Лори, Джека Хипса, Панчо Хуареза, Рауля Риса и многих других, что люди делают. Интересен такой вопрос. Почему люди так реагируют, когда звучит имя Иисуса? Можно говорить о Боге, о жизни, о вечной жизни на небесах. Люди не против говорить на эту тему. Но стоит упомянуть имя Иисуса, и из ушей у людей начинает валить дым. Они выходят из себя, потому что имя Иисуса заставляет людей принимать решения за или против Него, а людям это не нравится. Имя Иисуса, Его личность, заставляет людей делать выбор, а людям это не нравится. Даже не выбирая ничего, люди все равно выбирают. Они отвергают Его. Либо ты за Него, либо против. Да, имя Иисуса всегда производит эмоции в людях. Либо «Ура!», либо «Нет уж». И это логично, если Он истина, а это так, Он есть путь, истина и жизнь. Я знаю, вы не любите говорить о будущем, потому что завтрашний день никому не гарантирован. Верно. Но каковы ваши надежды для часовни? Что касается будущего, все в Божьих руках. И нам неизвестно, что впереди. Поэтому нам важно прилепляться к Нему и ожидать Его. Я думаю, что именно этого Он и желает. Он держит завесу над будущим, чтобы я не переставал доверять Ему свое будущее. Конечно, люди часто спрашивают, каковы ваши прогнозы? Знаете, и все такое. Но я рад, что никаких целей я не ставил, не составлял прогнозов, потому что Господь пошел гораздо дальше моих всевозможных планов и прогнозов, которым я ограничил то, что Он задумал совершить, потому что Он совершил намного большее. Поэтому, смотря в будущее, да, я могу видеть большой потенциал, много возможностей, очень много всего, что делает Господь и что радует меня. И, конечно же, одна из этих вещей — телевизионное служение, служение через интернет, интернет, в которых я вижу потенциал. При всех этих средствах я радуюсь, потому что наше служение, как я уже говорил, распространяется уже в 159 странах, и оно растет и развивается, и увеличивается аудитория. Это мне доставляет радость. Почему Бог выбрал Чака Смита для всего этого? Дело в том, что я не знаю. Знаю только то, что он, как мне кажется, готовил меня с самого раннего детства. Это, естественно, ведет к моей маме и ее обещание данному Господу, что через моего сына я выполню свои обещания. Он готовил меня через то, что она с раннего детства наполняла мой разум Божьим Словом. Через уроки веры в течение всех тех скудных лет, когда мы получали очень маленькую зарплату. Учил послушанию? Учил послушанию. Учил доверять Ему. Когда я смотрю на наш первый опыт Корона Дель Мар, на неудачи, которые стали важным уроком, когда Бог, наконец, привел меня в такое состояние, когда Он мог совершить то, что хотел, чтобы я не мог принять славу или присвоить себе заслуги в том, что совершил Он. Я уверен, что Бог хочет действовать, но думаю, что слишком часто люди разрушают свою жизнь, пытаясь вычислить, почему Бог использовал их. Я думаю, что это сокрыто от нас. Я смотрю и спрашиваю себя, почему Бог использовал меня. Он сказал, что использует немудрая мера, чтобы посрамить мудрое. Я не великий. Я люблю Божье Слово. Я люблю его изучать. Но я не тот, кого можно было бы назвать великим исследователем Божьего Слова. Но при этом Он использует меня.
И, вероятно, это по причине того, что я не являюсь богословом в полном смысле этого слова. Обычно в семинариях используются проповеди, которые не всем понятны. Но поскольку я довольно практичный человек, я могу делиться Божьими истинами, понятными и простыми словами, потому что так я понимаю их сам. И он использует это. Приходят истинно мудрые люди и находят способ объяснить успех тем, чему они могут этот успех приписать. Люди приписывают успех чему-то, каким-то причинам. Но секрет не здесь, потому что Бог использует не мудрое, чтобы посрамить мудрое. Jesus is.